Всем привет, с вами Верур, и сегодня мы будем делать обзор на игру от Zeptolab. Называется она Cats Crash Arena Turbo Stars. Ну, вначале нам предлагают набрать свое имя, что мы сейчас и сделаем. Ну, игра, честно говоря, прикольная, как-то похожа на Clash Royale, потому что здесь тоже есть сумки. Вначале мы смотрим телек, походу. Смотришь мировой чемпионат? Мечтаешь когда-нибудь принять участие? Я знаю, что пропустил твой день рождения, но лучше поздно, чем никогда. Так, с днем рождения, Верур. Чего хмуришься? Не рад видеть своего дядю Тони? Извини, что не был рядом все эти годы. Я задолжал серьезным людям, и мне пришлось залечь на дно. Ну ладно, открывай контейнер. О, что это такое? Поздравляю с твоей первой боевой машиной. О, это ж тачка. Давай установим ракетницу. Ракеты — это мощь. Оп. Чего ты ждешь? Залезай. Ну, игра для андроида, просто я играю через эмулятор. Тебе идет. Давай попробуем выиграть новые детали для твоей машины. В плеймаркете эта игра тоже есть. Просто напишите Cats и все. Так. Помни, ты не управляешь машиной. Она сражается автоматически. Твоя задача как инженера — построить лучшую боевую машину. Ух, у него сопли в пузырёк надулись. Ох, повалили. На нем знак это мира нарисован. Или как он там? Ну да, у хиппи бывает. Твоя машина победила. Отличное начало карьеры. Забирай свой первый ящик с деталями. Они тебе очень пригодятся. Загрузка. Ящики с деталями хорошо запечатаны, и на их открытие нужно время. Но с хорошими инструментами можно ускорить открытие. В этот раз возьму расходы на себя. Оп. И открыли. Обычный ящик. Ролик. Диск. Ваун. Новая тачка. Циркулярка. И 200 монеток. Отличный улов. Продолжай побеждать в быстрых боях и получать ящики. Загляни в гараж и попробуй какой-нибудь из новых деталей. Такс. Что же попробовать? Давайте новое колесо. Тринадцать жизней. Подожди, у меня есть еще кое-что для тебя. Возьми эту наклейку, она сделает твою машину особенной. Какую из них выберем? Клубника или иллюминат? Ну, давайте иллюмината выберем. Экс, куда же его поместим? Отличное место. Быстрый бой. Ну, мы его уже выиграем по-любому. Ньютон. Серия побед. 2. Давайте-ка я подключу свой аккаунт. И там должен быть мой профиль. Google. А, вот. Восстановление. Вот, мой аккаунт. Я здесь на 9-й лиге. За неделю прокачался, представляете?
Вы уверены, что хотите оставить эту учетную запись? Другая будет потеряна, конечно. Я сейчас уже на третьей лиге, а в чемпионате на... почти до десятой. Ну, можно считать, что я уже на десятой, потому что на первом месте. Чемпионат, кстати, тоже такая классная тема. За первое место дают переход в следующую лигу. На следующей лиге мне дадут новую тачку. Пирамида. И откроются новые детали, военные. Я сейчас на металлических уровнях. А в самом начале вы будете на деревянных. Ну, сегодня я точно пройду. И, кстати, если вы выиграете 14 боев подряд в чемпионате, то вы моментально переходите в следующий этап. Так что вначале вам будет намного легче переходить. Ну, вот такая у меня тачка. Давайте ее разукрасим. Какой-нибудь знак. Это египетский знак, походу. Так-с. Куда же еще поставить? Эти молнию, что ли? Вот так. Ну, пониже. Вот. Теперь подкову. Бомбочку тоже круто. Подождите. А, это пасхалка такая. Это отсылка к игре, как бы Король Ключей. Ну, кто не играл, это King of Zirs. Как-то она так называлась. Там были вот такие кристаллики, их нужно было в тотем ставить, что ли. Но я ее играл давно. Тоже хорошая игра. Поставлю на память. Так, вроде нормально. И еще дают такие вот штучки. Их можно добавлять, например, вот. Вот это означает урон. Можно вот так добавить, и повышается урон. Повышается. Смотрите, сколько сюда стоит влить. 614 тысяч. Это жестко. Жестко. Сюда тоже 614 тысяч. И сюда. А на колесо 9600. Всего-навсего. Давайте-ка сюда вольем. Потому что этим колесом я часто пользуюсь. А вот что насчет этого, я сомневаюсь. Лучше накоплю кристаллов и валью на это. Вот здесь можно дополнительно докупить монет. Также можно продавать всякие детали, вот. Сейчас продам что-нибудь ненужное. Например, вот это. Вот. Продали и получили дополнительные бабусы. Так-с. Кстати, когда вы делаете серию побед 5, ну 5 раз подряд выигрываете, на тот сундук, который вы открываете, добавляется корона. Это означает, что вам попадется предмет, ну, помощнее, если на нем корона. Если сделать серию 10, то вам будет 2 короны. Ну, сразу дадут. А если серию 15, то 3 короны. Если же сделаете серию 30, то вам дают легендарный сундук. Также можно еще заработать. Эти короны всего можно на один сундук. 3 штуки поставить. Ну давайте пойдем в чемпионат. Ой-ой. Немножко не хватало. Блин. Да так нечестно, черт подери. О-о-о. Переехал. Эпично. Оп. Снесли пацана. Но я здесь уже всех выигрывал, так что мне толку нету сидеть и смотреть, как они это. Все равно я одному уже проиграл. Так что толку нет. Наверняка уже все знают об этой игре, потому что она сейчас очень популярна.
Но я на первом месте, максимальное количество трофеев. И через 10 часов, то есть в 11 часов вечера, ну или ночи точнее, чемпионат заканчивается, и я перехожу в другой этап, где мне дают машину-пирамиду. Также здесь есть лиги. Сегодня я перешел из угольной лиги в медную или бронзовую. Бронзовая, скорее всего. Это деревянная, похоже. Такс. Ну, я даже во вторую стадию даже не вхожу. Ну, здесь такие прокачанные пацаны. Давайте быстрый бой сыграем. Такс. Ну, этого я снесу. Запросто. Также, ребят, если вам... Вот, когда открываете легендарный сундук, вам могут выпасть предметы со 100% бонусом. Какой же показать? У меня... Вот. Колесо такое, например. Плюс 100% для катера. У меня катер, но оно слишком большое. Вот если для такого колеса, то это вообще замечательно. Потому что плюс 700-800 урона кому такое как бы не понравится. Ну, давайте дальше делать бои. Этого мы должны выиграть. Да. Что и требовалось доказать. Мне, честно говоря, игрушка очень нравится. Интересная. Но я здесь так неплохо прокачался. О, супер сундук. Ну, потом я его получу, когда откроется этот сундук. Я не хочу гемы тратить. Хотя можно и потратить. Или гемы, или что это. Давайте серию 5 сделаем и откроем сундук. Потому что дадут еще одну корону. Но этого мы 100% выигрываем. Лучше выбирать противника, который вам подходит, можно сказать. Итак, ну этого я тоже выиграю. Запросто. Вот видите. Когда у вас занято место... Сначала дают вот этот сундук, потом деревянный, потом этот, потом деревянный. Так что постарайтесь освободить место, когда вам выпал деревянный, потому что, ну, когда место занято. Потому что после этого, если у вас есть место, вам выпадет такой сундучок. Он, конечно, получше, там детали хорошие попадаются. Кстати, серия побед что, не задействована? А, понятно. Ну, давайте откроем. Или можно даже ускорить. Да, 30. Давайте легче ускорить, конечно. Давайте-ка я ускорю. Ну, все, я посмотрел видео. И мне дали ускорение, как бы. Ускорили. Такс. Давайте-ка еще одно посмотрю. Ну, все, мы ускорили и успешно открыли ящик. Давайте-ка откроем ящичек. Жало. Титан. Пила. Мощная, кстати, попалась. Валун. Вот, на него коронка пошла, видите? Не очень хорошие вещи упали. Но... Хотя неплохо. Блин, мне же сейчас деревянный сундук дадут. Как же я раньше не подумал. Но этого я навряд ли выиграю. Хотя... Блин, мне же деревянный дали. Какого хрена? Я этого не ожидал. Вот, блин, давайте-ка я его промотаю рекламой. Ну все, ребят, я посмотрел 4 рекламы и успешно открыл сундучок. Ракетницу дали, жало, Бигфут. Кстати, с коронкой был. Шкив. И все. О, ну зато гемы дали. Хоть что-то радует. Угу. Ну, этого, я думаю, порву.
Отлично. Сейчас, по идее, он не должен выпасть. Ну, вот этот магический сундук, или как он, на супер магический похож. Ну, когда дойдет до конца шкала. Этого, я думаю, порву. Эй, а почему у меня... Почему мне дают такие сундуки? Мне ж там этот крутой сундук выпадал. Ох. Ну сейчас должны дать две короны. Или сколько там было? Ну что он делает? Они даже нитро нормально не могут ставить. Вот коронку дали. За 10 побед. Домашний кот. Достижение. Ух, это жесткий противник. Еще один. Ну ладно. Ой, как же трудно. Они не могут нормально колеса ставить или равновесие рассчитывать. Вот я рассчитал на своей машине равновесие. Это маленькое колесо очень полезное, потому что из-за него я как бы не налезаю на противников. И не переворачиваясь в лишний раз. Как это бывает обычно. Но это сомнительный противник. Давайте попробуем. Эх. Что? Я выиграл? Конечно, этот сундучок. Он прям вовремя упал. А сейчас... А, я понял, как его получить. Ребят, я скоро. Сейчас. Еще один идиот. Они играть не умеют. Просто глупо. Сейчас пропустим еще один сундучок. О, вот эту рекламу можно посмотреть. Эту игру я играл прикольно. Вначале, когда увидел ее в Play Market, думал, хрень полная. Когда увидел рекламу, понравилось. Кстати, кто не знает, My Singing Monsters. Интересная игра, я когда-то в нее очень много играл. Ну, напишите в Play Market, она достаточно популярная сейчас тоже. Так что играйте на здоровье. Ну, давайте дальше пропустим. Ну все, я открыл еще один сундучок. Такс. Проныра, Бигфут. Кстати, пятизвездочный. Но это колесо мне не очень нравится. Ковш. Тоже полезная штука. Диск. И все. Я думал, мне что-то покруче выпадет. Кстати, сейчас должен тот сундучок выпасть. Я все рассчитал, и он обязательно должен выпасть. Вот так. Вы издеваетесь? Блин. В прошлый раз у меня все отлично получалось. О, еще одна победа и серия побед 15. Я хочу сделать, как бы... Ух ты, это вообще прокачанный пацан. С ним я не пойду, с этим тоже, конечно. О. Что такие мощные попались? Попадаться начали. Какого хрена? Вот это... А, этот мне уже попадался. Вот так вот, 15. Еще 15 и будет... О, кстати, смотрите, вот двойной получился. Круто. Кстати, мы вообще на машину с опытом не тестировали. Мало на складе. Здесь есть такие, как бы, сортировочные кнопки. Ну, сортируют по колесам, по орудиям. Вот у меня, кстати, мощный лазер где-то был. Нет, это слабоват. У меня здесь просто дохрена чего есть. Ой. Просто этот мусор некуда девать. Продавать тоже лень. Да где-то
А. 300 урона. Такс. Ну, вот эти четкие вещи. Честно говоря, вот эти вот три. Потому что они дают конкретное улучшение. Правда, я хочу на ракетницу сделать, потому что я ее уже очень давно качаю. Она легендарная. Плюс 100, если на валун. А давайте-ка попробуем ее на валун поставить. У меня валун где-то был. Недавно выпадал вроде бы. Из сундуков. Ну так вот, валуны. Какой же взять? Хо-хо-хо. Скорее всего, возьмем вот этот. Жаль, что тестовую машину нельзя брать. Давайте поставим на него ракетницу. Ну вот, я собрал машину. Правда, на... Блин, я же колеса не поставил. Ну вот, мы собрали более-менее такую тачку. Но я сомневаюсь, что она будет рулить на чемпионате. О, снесла все-таки. Есть. Двое подряд. Ха, а этот меня снес. Хитпоинтов слишком мало. О, капелька жизни оставалась. Всего-навсего. В первый раз этому проиграл. Ну... Лучше оставить ту машину. Ну вот я обратно собрал свою тачку. Кстати, забыл вам кое-что показать. Две штуки даже. Или даже три. Во-первых, можно делать ставки на бой. Ну, здесь вы должны рассчитывать, кто выиграет. Ну, здесь, как я думаю, скорее всего, вот этот. Потому что с ракетницей, но у него ракетница слабая. Ну, скорее всего, вот этот. И вот такая здесь система. Вы можете ставить, например, тачку. Вот. Но я не буду ставить, потому что... Ну, давайте какой-нибудь мусор поставим. Например, вот этот. Я не хочу ничем рисковать, чтобы потом гемы тратить на их восстановление. Если проиграю, конечно. Ну, вот здесь еще есть поменьше ставки. Лучше начинайте на них. Еще хотел показать вот такую систему. Каждый раз, когда вы переходите на новый чемпионат, вам дают вот такие вот баллы. Ну, жетончики. За них вы можете улучшать. Ну, различные улучшения делать. Например, вот я делал на такие вещи улучшения, на ракетницу. Повышает урон у всех ракетниц. Вот это, кстати, для меня полезная штука. И вот это тоже полезная для меня. Тоже классная штука. Ну и здесь разные открываются. Потом золотые. И все. Что же еще? А, здесь еще есть такие вот ящики. Если хотите, можете просто копить эти гемы. Их не трудно копить. 50 штук можно спокойно накопить, если переходите по лигам. Или можно купить кристаллы. Да. Ну, кто донатер, пускай донатит, делает открытие сундуков. Наверняка будет интересно зрителям. Но я же не буду донатить, потому что в этой игре спокойно можно обходиться без доната. О, ладно, ребят, если вам понравилась эта игра, поставьте лайк. Да и вообще, если понравился выпуск, он получился достаточно долгим для такой аркадной игры. Ладно, ребят, всем удачи, всем пока. И пишите в комментариях. Записывать ли про эту игру дальше или оставить эту тему. Ну, пореже. Ладно, всем удачи, всем пока.